Тихий 55. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал. Приятного просмотра. И всем здорово, народ. Сегодня у нас будет обзор на Гипер автосалон. Вон стоит моя машинка, которая сейчас за мной приедет. Короче, обзор на Гипер автосалон. По времени у нас выйдет. Сейчас мы едем сюда. Он очень крутой. Или это крутой. О боже, что это крутой. Да. У меня уже крутой. Коротко, вот весь автосалон. Это только первый этаж. А у меня на нем первом этаже стоят самые дорогие тачки. Это не для того, чтобы типа выпендриваться ими, а просто, то есть, я просто их первый строил, и тут были самые дешевые третьи платформы. Поэтому они тут всегда стоят. А что еще тут есть на этом первом этаже? Есть кухня. Кухня очень просторная. А кнопка на 100 вроде как, да, на 100к подписчиков, ну, на YouTube канале разрабов этой карты. А коротко еще дальше. Тут есть несколько этажей. Есть как и третий этаж, кухня, которая должна быть, чтобы не было слышать, чтобы было ужас. Ну вот коротко весь автосалон. А где? У нас пропал один человек. Он застрял по ходу в ТИК-40. Ну ладно. Забьем. А, он уже этаж вылез. А сейчас коротко мы поедем на второй этаж. Не думайте, не рассуждайте, у меня плохой рэп. А, статика. Нам сейчас надо на второй. Но почему-то лифт не едет. Баги багами. Коротко о втором этаже. А вот эта статуя Бугатти, как вам там, только это просто Бугатти должна тут всегда была стоять, стоит 250 тысяч. Тут офисы. Офисы есть. Вот это зал переговоров, то есть. А вот это мой кабинет. Это кабинет моего раба. И... Ну как сказать, еще одного раба получается. Это у нас туалет. Коротко раковины, очень крутые. Ну, честно сказать, про туалет в многих автосалонах он такой же. А, если говорить по машинам, не обращайте внимания на вот эту бандуру. Надо пофиксить будет. А зона отдыха, где вы можете просто посидеть с друзьями или с рабочими и смотреть телек. А, коротко дальше. Пусть это существо едет наверх. Сейчас закажем лифт. А, тут должна быть платформа, и вокруг нее должна тут быть обводка. Давайте-ка, ребята, построим эту платформу. Бац, и есть платформа. Все, ребята, автосалон готов на 100%. А вот такая платформа, самая последняя, стоила очень дорого, но нормально. Для меня это нормально еще. Коротко, есть вот такой балкончик. А, с балкона можно залезть на крышу и прыгнуть на балкон, или... Или... Нет. Лучше помолчу. А там потом YouTube на меня прыгнет сверху и только спа. Ладно, зовите, вы ничего не слышали. А коротко, что мы можем сделать? А коротко, я ее улучшил только что до второго и поставил вот этот Porsche. У меня он слишком заниженный. Даже слишком. Слишком.
Не забывайте подписываться на YouTube канал Тихо55. Она начала недавно, только 2 месяца назад. Так что поддержите начального блогера. И за это мне платят.